Есть? Леха поймал рыбу. Молодец. Я ее выцепил, скотину колючую. Здравствуйте, дорогие мои друзья. Вчера поздно вечером я вернулся из своей очередной вылазки на Кольский полуостров. И мне, как всегда, есть что вам рассказать и показать. И, как я уже обещал вам ранее, мой следующий выпуск будет посвящен сейдам. По рекомендациям дедушки Хельга мы провели кое-какие измерения, и я обязательно познакомлю вас с их результатами. А результаты, скажу я вам, неожиданны даже для меня. Но давайте не будем забегать вперед, сохраняя последовательность. Ну а в сегодняшнем выпуске я наконец-то выполню свое обещание, данное мною моим соратникам 2 года тому назад, и не только расскажу, но и покажу, как приготовить блюдо, достойное конунга. Не мудрствуя лукаво, мы назвали это блюдо уха по-саамски. Но перед тем, как приступить к раскрытию этого чудесного рецепта, мне хотелось бы от всей души поблагодарить моих друзей из бюро приключений «Кольский берег», Анечку и Игоря, благодаря которым эта вылазка и состоялась. Более подробно о том, чем занимаются мои друзья и что такое бюро приключений «Кольский берег», я расскажу вам в ближайшем выпуске. Ну а в данный момент ссылку на их сайт я размещу в описании. От себя же добавлю, я доволен как удав и более чем уверен, что мои последующие исследования выйдут на более высокий уровень. Ну а сейчас давайте приступим к приготовлению нашей ухи. Так, для ухи вот на такую кастрюлю примерно сколько здесь, 5-6 литров, нам понадобится 2 лук репчатый, 2 штучки, 1 морковка, примерно среднего размера 10 картофелин. Вот. Укропчик нужен будет для подачи. Это мы уже в конце самом закинем, когда подаваться блюдо. Так, сейчас мы делаем поджарочку из лука и морковки. Все, приступаем. То есть секрет еще заключается в том, что лук и морковку мы кладем не сырыми и не варим, а обжариваем. Обжариваем, да? Предварительно обжариваем. Ясно, поехали. Ну вот это вот чудо мы сейчас будем обжаривать. Так, ну поджарочка, это конечно поджарочка, картошечка. Это тоже понятно, что у всех это все есть. Что у нас делает уху индивидуально и необычно? Это, конечно же, сама рыба. Вот, пожалуйста, такие у нас эти самые кумжачки присутствуют. Уже мы подготовили, почистили их. Вот, попали гольцы. Короче, сделаем из всего этого вкуснейшую уху. То есть у нас сегодня шеф ассорти. Нас сегодня присутствует и кумжа, и голец. И палия. И палия, да. В общем, по-самски, уха по-самски. А поджарочку, как вы видите, мы делаем на сливочном масле. Потому что уха самски сливочная. Да. Вот так вот. И масло не жалеете. Масло должно быть хорошее. Так, у нас картошечка проварилась. Все, закидываем поджарочку. Потихонечку закидываем. Вот. Поджарка, напоминаю, готовилась на сливочном масле для улучшения вкусовых качеств ухи. Ну вот, что-то похоже уже на мечается у нас. Далее закидываем рыбку. Чтобы не попадало у меня.
Видишь, воды почему-то, говорю, много. Угу. Только-только. О, по самое горло у нас рыба. У тебя рыба еще и осталась? Да. Ее надо тоже закинуть. Закидывай. О, какой он получился у нас густой. Да, это я так же закидываю все. Угу, ну вот. Продолжение следует. Но ведь и это еще не все. Самый секретный ингредиент у нас — сыр «Дружба». Плавленый. Плавленый. Мы добавляем его потихонечку, чтобы размешиваем, чтобы он таял. Потихонечку, круговым движением. Так вот, он начинает таять у нас, и уха приобретает молочный цвет. Можно его так, он все равно растает при кипении. Да, воды очень много у нас, конечно. Сейчас все будет просто выливаться. Так оно сейчас закипит и выключим, а пусть оно так доходит на печке. Сейчас мы еще поставим нашу уху на печку доходить. Много воды налили. Ухи много получается. Нету черпачка? Есть. Нет, по-моему, сейчас. Был черпачок. Был деревянный такой черпачок. Деревянный, а нет, есть такой. Ну, я думаю, может, таким пока? Давай таким. Угу. Просто чтобы хотя бы... Так вот. Чтобы не лилась. Вот. Чтобы все, все ингредиенты уже положились. Это у нас получился тогда бульон первач. Я думаю, что можно, в принципе, сейчас сыр закидать и поставить его на печку. Да, там, так конечно, мы так и сделаем. Дойти. То есть, в принципе, вот на... Сколько это у нас кастрюля? Трехлитровая? Да побольше, нет. Побольше? Конечно, мне кажется, тут... Пятилитровая, да? На пятилитровую кастрюлю... Пяти-шести, может, семи. Да. Нам нужно много всего и целая баночка сыра. Да, это ровно баночка, хоть на большую кастрюлю. Вот она сливочный окрас приобретает, вот сыр начинает таять. Вот такой у нее молочно-золотистый свет получается. Да, жалко, запахи нельзя передать, аромат, конечно. Вот, в итоге, что получилось? Пробуйте. Отлично. Ну вот. Уха, то, что надо. Как-то так. Снимаешь? Да, вроде да. Давай. Аккуратно. Там что-то. Там что-то огромное. Налим, да? Да. Налим. Смотрите, как Антох помогает. За жабру пальцем. Орёт, да, что-то смотри. Тихо. И палия. И палия. Две сразу. Слышь, нифига монстр какой, да? Вот так вот. Слышь, ну тут наливы. А я думаю, он палию сожрал. Наливы сожрал. Это тебе повезло. Нифига он тут здоровенный. Пазл. У Игорян будет сегодня наливов наезд. Да. А ну цапни его за жабру. Я его сфотаю. Ну не сфотаю, а ты, да за жабру его. Палец туда воткни. Да, он здоров.
На сколько? Слушай, ну не знаю, 1.5-2. Да? Ну такая вот рыбка тут. Ну и палия, конечно же. Оборвал, пучок один. Оборвал, да? Да. Ну и хрен с ним. Да, вот может, и сожрал палию хорошую.